생각도 해. 생각도 나. 올라서. 아주 다 모든이 주저 없이 왜 다당이 공연도 시원한 신기 예주의 리지에게 난기 뼈바디 상로 조디 가수의 런중을 대면시와 선물을 지 남과당 서시당 진바당 다루는 서버 디술리야 안에 따지 자신 不在啊，就当但提出这个讨论基本是能这样做，提出来这个这个搞出来，但他也人心都到啊，是啊，不，但你这国内大家那提出来呀，对不对？路子不是恰的有事嘞，他那些超先进的设备能达到那几研究的这些的，他他们这里啊，确定不要给但七个是能这样做，但这个。搞出来这个，做忙不，不如说下不了，都下掉了。但那他们这是来源于啥呢？当地人也搞的说是那那是啊，那他们这是啊，给些研究啥？但老中啊，外国的不就马些人去吃的多了吧？但日节给拿了了呀，那当这位个等于忙不是不是用的药嘞？但对永国外的军事啊，对永国啊的军舰都搞得用不的，俺那新疆不说了呀，就平常就新疆前给开不说了呀，就新疆米对吧，忙不也表。那这用个产的设备呢，就俺俩主要跟怎么的离脱了呀，就主要米日给西里托马尔塔维格，格里亚。시리 토마 타베까 봐. 야나 지 안주 지 로고 지 아주 삼류 고모르 줘 봐. 지 삼류 뉴버르디 에다 갈라 가슴 이야기 치 이내야 대점 이야기 마치 미급리야. 아니 미즈 가르 삼고르잖아. 정중 근거보 탐지엘이야. 민능 신기 지 소화여 번 접지다. 야나 지 소여 번 접지. 근데 질이야. 아니 고즈기 이시시가 다가는 신기 정중 공업은 대주기 뉴바이미냐 아니 밀레 하바지다 밀레 대바지 인베기 이제로부터 시작하겠어. 근데 이 민주산다 민원의 시대에 이미나 서중세야의 가르에서나 하이고 시대의 가르에서나 로아 미기 다 저와단 진난단 야나지 로아 미기 무역이 니주 최악이 가르쳐다지 뉴버에 버렸지. 아, 진짜 이게 딱 간다. 도나지 하나도 좋아 미기 이 샘소로 망보지. 아니 너중 나로래야 제니 여비 말했어. 다들 아주 좋아 미인의 시합이네 대답지. 다 초신신 시합이네 가르쳐야 되어. 那种啊，发展这位根据地区拿落来呀，各地区给及可有给那一档看这些吧，农民看这些吧，当然是各地区给的水军看这些吧，当然是制造给那一档看这些吧，提出什么逻辑？看出来是忙不济，那种拿落来呀，我们突然着急，也要被民族啥呢？提军事的点呢？这那种啊，呀那。拜登比的说，至少人类新旧起来呀，新都得开始不着起来。今天就三样，开始在老中时来，就三样，这一开始在全面不着急，通过了吧？这今天就啥？老中时的，那至少个人类新旧起来了，他把开始不许不起来。他不是都去路党，他那新的这。去路单这位的得主是个什么样子？新人是个什么样子？提出来呀，新主席位搞了。一百多米费。им обладает очень большим значением для исследования изучения культуры.
историю. Многие люди, когда они слышат слово «миф», они думают, что это просто какие-то придумки, которые не имеют большого значения. Это не так. Мифы очень важны для понимания культуры и истории. И в особенности, когда мы говорим о религии, философии и мировоззрениях, связанных с мировоззрением, то мифология может дать нам много ответов на соответствующие вопросы. Мифы — это проявление изначальной религии людей, поскольку первоначальные верования, мировоззрения людей, они отражены в мифах. Именно в мифах отражены древнейшие философские воззрения. И с помощью, со временем философия стала более изощренной, более развитой. Однако изначально представление о мире было довольно простым, то эти представления, они излагались, выражались с помощью мифов. Поэтому, если мы исследуем Веды, и в частности, изучаем историю, переданные в Ведах, которые имеют такое большое значение в индийской религии, нам необходимо изучать мифы, поскольку изучение мифов и изучение истоков индийской истории и культуры — это одно и то же. И, к примеру, во многих древних странах были мифы, например, в Греции и в Риме также были мифы. Однако сейчас, хотя история, мифология Греции и Рима нам известна, эти истории нам известны, но больше никто не верит в греческие и римские мифы. Никто больше не считает их реальностью. Однако индийские мифы отличные. Индийские мифы — живые мифы, поскольку до сих пор в Индии люди верят в то, что написано в Ведах, в истории о богах, которые описаны в мифах. Поэтому это живая традиция, тогда как греческая и римская традиция мифов мертва. Ведическая мифология очень важна с этой точки зрения. Сказать, что мы не можем знать индийскую философию без знаний индийских мифов, возможно, это чересчур. Однако для того, чтобы понимать систему мировоззрения Древней Индии, то на нее очень большое влияние, которое оказало большое влияние на буддизм, в частности, на тайную мантру Ваджраяны. Ведическая литература и ведические мифы оказали большое влияние на буддизм и, в особенности, в частности, на тайную мантру Ваджраяны. Именно по этой примере нам следует знать о ведической литературе и ведической мифологии. Когда мы говорим о Ведах, о ведической литературе, то мы задаемся вопросом, кем являются боги, которые описываются в Ведах. К примеру, когда древние люди смотрели на небо, оно казалось им бесконечным, огромным, и поэтому
они думали, что она, наверное, обладает большой силой, она связана с каким-то богом. В особенности солнце. Солнце является очень сильным, очень мощным. Благодаря солнцу растет урожай, и солнце по этой причине необходимо всем существам. Поэтому они думали, что солнце, наверное, связано с каким-то богом. Это определенные мировоззрения того времени. К примеру, они задавались вопросом, чем является солнце. Солнце обладает силой, и эта сила больше, чем человеческой силы. И таким образом, они выделили определенный аспект природы и назвали его Богом. Подобным образом, в современных Гималаях у людей есть похожее воззрение. К примеру, мы считаем все горы божествами. Если, когда мы видим дерево на горе, то мы говорим, здесь, наверное, живет Бог, здесь живет какой-то нага. Мы не знаем, мы не можем видеть, живет ли там какое-то божество, либо нага. Однако, когда мы слышим истории о разных местностях, то мы думаем, что наверняка есть что-то божественное в них. И мы можем относиться к этому как к проявлению неведения, к чему-то бесполезному, не имеющему смысла. Однако, если мы взглянем на это с другой точки зрения, то если мы будем относиться к природе как к божественной, живой, обладающей жизнью, когда мы считаем природу живой, то и сила жизни природы более могущественная, чем сила человека. И тогда мы будем относиться к природе по-другому. Мы будем защищать природу. Будем заботиться об окружающей среде. И с традиционной точки зрения это очень важно. Что происходит сейчас? У людей больше нет больше воззрения о природных богах. Поэтому люди относятся к природе как к чему-то неважному. Природа лишь для человека, для того, чтобы человек это использовал. И поэтому люди присваивают себе все природные ресурсы, и ресурсы разрушают все. Мы забираем из природы все, разрушаем все. И поэтому можно сказать, что проблемы окружающей среды нашего времени связаны с этим. И эти проблемы настолько обострены сейчас, что нам нужно обращать на них внимание. Мы не можем не обращать нашего внимания на них. И с этой точки зрения, древний взгляд на природу, он обладает определенной силой и важен с этой точки зрения. Однако нет нужды углубляться в это. Вернемся к ведам. В ведах упоминается много богов, и мы не можем рассмотреть всех их. Однако мы можем разделить богов на определенные группы, и тогда вам будет легче понять это. И следует понимать, что изначально не было разделения на группы классы богов. Однако говорится, что примерно в V веке до нашей эры ведические боги были разделены на три группы, на три уровня.
Что это за три группы? Первая группа — это боги рая, либо боги, небесные боги. Второй — это боги между небом и землей. И третий — это боги на земле. И в каждой из этих групп есть 11 богов, поэтому всего их 33. У нас есть понятие 33 богов, и именно таким образом они возникли. И очень много богов не включены в эти три уровня. Но все основные боги, они включены в эти три группы. И поэтому давайте будем опираться на это разделение на три группы. Божественные боги, боги между землей, божественные боги, небесные боги, боги между небесами и землей и боги на земле. Первая группа — боги в небесах, либо небесные боги. Здесь четыре основных божества. Первый из них — это Деус. Я не знаю, как правильно это произнести, но как бы там ни было, примерно так он называется, Джаус. Второе — это Варуна. Третье — это Вишну. И четвертое — это Ушас. Таковы четыре бога, которые принадлежат к небесным богам. Первый из них — бог Дьяус. Когда мы говорим о Дьяусе, то, похоже, если мы захотим перевести его именно тибетский, то мы можем назвать его богом света. Это очень важный бог, поскольку он является прототипом всех других богов. И не только это. Как я уже объяснял в прошлый раз, Ари пришли в Индию из Центральной Азии. И когда они уходили из Центральной Азии, они разделились на группы, одна из которых направилась в Европу, другая направилась в Азию. И по предположению, они все поклонялись этому богу Диаусу, который в Греции, в Древней Греции, получил название Зевс. Среди также его звали Йовой. То есть у него много различных имен, но на самом деле это все один и тот же бог. Итак, этот ведический бог Диаус. Я искал его изображение, не смог найти, но что касается греческого Зевса, это изображение, которое вы видите на слайде. Согласно греческой мифологии, Зевс является верховным богом. И я нашел для вас картинку Зевса. И хотя Зевс звучит, его имя звучит немного по-другому на греческом, но по сути это тот же бог. И это тот же бог, что и Диаус у ведических ариев, но просто названный по-другому. Похоже, что очень многие люди поклонялись этому богу. И
По этой причине ученые выдвигают гипотезу, что этот был главным богом, которому поклонялись все арии перед тем, как они разделились и ушли в различных направлениях. Те, кто ушел в Индию, они поклонялись этому богу, и те арии, которые отправились в Европу и попали, в конце концов, в Грецию, поклонялись этому богу. Именно поэтому Зевс стал главным богом Греции. И можем сказать, что это тот бог, кому поклоняли все арии изначально. Когда арии пришли в Индию, они сначала считали Зевса про богом, самым древним богом, самым важным богом. Однако со временем вера в Зевса уменьшилось, и значение этот бог утратил свои позиции по сравнению с другими богами. И в результате этот бог перестал почитаться, и другой бог стал почитаться как основной бог, главный бог. И в Ригведе, говорится, что этот бог и бог земли были соединены и названы Дьявапритви. И причина, по которой эти два божества были соединены в одно, заключалась в том, что эти древние люди верили, что все боги происходят из одного источника, и этим источником является бог неба и земли, Дьявапритви. А если все боги произошли из одного источника, то этот бог должен обладать природой неба и земли. Именно поэтому они были объединены. Итак, следующий бог — это Варуна. Варуна упоминается во многих тантрических ритуалах, в том числе в практике Махакалы, поэтому вы, наверное, все знакомы с ним. Варуна на тибетском называется Чулха, водяной бог, бог воды. И вы видите, на ком он сидит на слайде, на крокодиле. Но, похоже, древние индейцы не умели рисовать крокодила. Крокодил очень длинный, но они не умели рисовать такого длинного и плоского животного. Поэтому как-то шея удлинилась, и задняя часть была уменьшена. Мы можем видеть, что это какое-то водное животное, но если нам скажут, что это крокодил, мы не сможем распознать в этом крокодила. По-тибетски называется чусин, либо водное животное. Пропорция в изображении этого чусина, водного зверя, оно было изменено, пропорции его тела были изменены, поэтому очень тяжело распознать в нем крокодила. Итак, то, что вы видите, это водный бог, бог воды Варуна. Это очень древнее божество. Почему важно знать, что это один из древнейших богов? Поскольку некоторые боги появились в более позднее время, а некоторые они почитались древними ариями. Так Варуна — это один из древних богов.
И он принадлежит к Богу, Богом небес. И небо, оно все проникающее, оно охватывает все, и поэтому это пространство называлось Варуна, и ему поклонялись. Говорилось, что он самый могущественный, поскольку небо, пространство, оно такое необъятное, нет ничего более всеохватывающего, чем пространство. Какое бы направление, в каком бы часть света вы ни направились, пространство всегда там. И подобно этому Варуна знает все мысли всех людей. Он как само пространство, все проникающий и всеведущий. И также арии считали, что Варуна является судьей всех кармических поступков и их следствий. И это также тот, кто оценивает благое поведение. И поэтому его роль в том, чтобы ограничивать и направлять поведение людей, человеческих существ. И некоторые современные исследователи говорят, что Чакравардин, всемирный правитель, идея этого всемирного правителя Чакравардина берет свое начало от бога Варуны. И позже его качества, его черты были перенесены на другого бога, на бога и на другого бога. И Варуна потерял свое значение. А кто же был его последователем? На какого бога перенесли его качество? На бога Индру. Именно так говорят. И поэтому, если мы будем смотреть на... Мы взглянем на истоки происхождения бога Варуны. Он считался очень могущественным богом, который все проникающим, все охватывающим существом. И он похож на изначального бога абрамических религий, например, на бога Йегову. И в отличие от религиозной системы в Индии, другие духовные системы от многобожия перешли к поклонению одному богу, но в Индии поклонение многим богам сохранилось, однако этот бог утратил свои позиции, он стал менее популярным. В те древние времена бог Варуна считался очень могущественным, он считался всеведущим. И поскольку он такой серьезный, такой высокий, то слишком далек от нас, нет причины поклоняться ему, это бессмысленно, такое отношение. И поэтому люди начали считать его менее важным, слишком удаленным, слишком великим, и он утратил свои позиции. И также в Ригведе говорится, что этот бог отвечает за дождь,
Почему? Потому что дождь падает с неба. И сначала он был небом, так, как мы сказали, все проникающие небо, пространство в форме Бога. А потом он стал считаться Богом дождя, Богом воды. И даже в тайной мантре Ваджраяны, когда мы подносим дхарму в трех частях, то есть часть подношения дхармы, связанная с варуной. Итак, но у нас еще столько богов, которые ждут, чтобы объяснить всех их. Они все толкаются и говорят: «И обо мне расскажите, и обо мне». Я не могу заставлять их ждать слишком долго. Так, переходим к следующему богу. Следующий бог — Вишну, Кьябджук. На санскрите он зовется Вишну. Кьябджук, тибетское имя, означает проникать, входить обширным образом. И почему он называется так? Потому что он может пересечь небо за три шага. Говорится, что Вишну может пересечь небо за три шага. И вначале Вишну ассоциировался с солнцем и обладал силой солнца. И, как я уже упоминал, все боги изначально были связаны с силами природы, и Вишну связывался с солнцем. И в Ведах он не считался таким уж важным. Но позже, когда возникли Пураны — это еще одна категория текстов, то в Пуранах говорится, что Брахма, Шива и Вишну — это три главные бога, и они считаются наиболее важными. Однако до этого Вишну не считался таким уж важным богом. Итак, по сути, характер и значение Вишны изменился. Сначала он не был таким важным богом, но со временем стал намного важнее. Сначала он просто был богом, который может пересечь небо в три шага. А что же такое эти три шага, о которых мы говорим? Эти три шага связаны с солнцем. Как они связаны с солнцем? Солнце сначала всходит на востоке, затем оно достигает зенита в полдень и затем садится на западе. И эти три шага связаны с этими тремя точками. Первый шаг — это восток, то есть он шагает с востока. Затем он шагает к зениту, и затем он шагает к закату. Таким образом, он делает эти три шага от восхода к закату и снова к восходу. Первый шаг, когда солнце восходит утром, затем, когда солнце в зените, и затем, когда оно садится на западе, именно с этими. С этим связаны три шага. Но есть еще одна особенность, когда солнце достигает зенита в полдень, то древние люди считали это центром неба. Что это центр неба? Это место центра неба.
Это место, где живут боги. Боги живут там, где солнце находится в зените. И люди после смерти также отправляются туда и живут там, в точке зенита солнца, счастливо. И все наши предки находятся там вместе с богами, наслаждаясь своей жизнью, праздную. Когда все умирают, они отправляются именно туда. Они перерождаются в этом месте, так считали древние. И по этой причине похоже, это похоже на то, как мы хотим переродиться в Сукхавати, Девачене. Древние люди, они хотели переродиться в зените солнца, там, где все предки наслаждаются своей жизнью. Они возносили такие благопожелания. И именно по этой причине Вишну становился все более и более важным в умах людей. Он — это тот бог, который отправляется в зенит, вместо зенита, в центр неба, поскольку он отправляется туда. Это тот, кому следует восхвалять, кому следует молиться. И по этой причине статус Вишну, его значение возросло. Это похоже на то, как люди, они думали, пусть мы станем как солнце, пусть мы достигнем зенита, как солнце. И для, с такой целью они возносили восхваление, возносили молитвы и делали подношения Вишну. В целом, небо, солнце и все боги небес, то есть все боги, которые связаны с небом, то много древних цивилизаций поклонялись небесным богам, богам неба и солнца. И это важно, что важно понять. Итак, теперь четвертый бог. Это не бог, это богиня. Впервые я могу вам показать изображение богини. До этого мы смотрели только на богов. Итак, богиня Ушас. Ушас. Она богиня рассвета. Рассвет — это то, что мы наблюдаем до того, как всходит солнце, когда небо красится в различные цвета, появляются первые лучи света. И рассвет обычно считается очень красивым. Все люди восхищаются рассветом, красками неба на рассвете. Поэтому они думали, наверное, это с чем-то связано. И этот прекрасный рассвет люди идентифицировали как богиня. И она также является очень древней богиней. Как мы можем знать, что она древняя богиня? По той причине, что она встречается не только в Ведах, она также является богиней греческой мифологии. В греческой мифологии ее зовут Эя, а в римской мифологии ее зовут Аврора. Сейчас мы уже не помним греческое имя, в основном мы используем латинское имя Аврора. Я не знаю, как говорить на греческом, но это Эя, Эос в Древней Греции и Ушас на санскрите, они все восходят к одному лингвистическому корню.
И говорится, что когда арии, которые жили в бассейне пяти рек в современном Панджабе, каждое утро, когда всходило солнце, восход солнца был очень красивым, очень привлекательным. И когда люди видели эту красоту на рассвете, то они восхищались ей. И ведические поэты не могли сопротивляться этому, этой красоте, и они не могли удержаться и сочиняли восхваление этой богине, описывая восход солнца, поскольку они были так воодушевлены, вдохновлены, имели вдохновение в результате того, что они видели. И именно так возникла эта богиня. Говорится, что у этой богини есть определенные силы, что она делает. Она открывает небо на востоке. Она устраняет всю темноту и вместе с ней устраняет всех демонов, связанных с темнотой. Поэтому в ведической литературе очень много восхваления этой богини. Они очень, очень красивые, вдохновляющие восхваления. И среди всех восхвалений, восхваление богини Ушас самое красивое. Она связана с этим прекрасным явлением, рассветом. И, как я же сказал, это связано с этим вдохновением древних ведических поэтов, которые не могли противостоять, сопротивляться тому вдохновению на рассвете и сочиняли эти чудесные стихи, поэтому их так много в ведах. Уже говорится, что эта богиня является другом людей, она подруга всех людей, и она выглядит как молодая девушка. Она не выглядела как старуха, она выглядела как девушка. И также говорилось, что она всегда улыбается. Ее тело никогда не старело. И она была тем, кто отмеривал человеческую жизнь, то есть именно она определяла, сколько проживет человек. И, как я уже говорил, в ведической литературе самая красивая поэзия — это восхваление Варуны, бога воды, а также поэзия, которая содержит самые красивые слова, метафоры, связанные с этой богиней Ушас. Эти гимны восхваления очень красивые. Итак, я объяснил, кто такие боги небес. Следующие — это боги между землей и небом. И первый из них — это Индра, второй — Ваю, и третий — Рудра. Первый из них — это Индра. Я думаю, что большинство из вас слышали об Индре, особенно те, кто бывал в Индии. Это очень важный бог в ведической литературе.
Больше всего гимнов посвящены именно ему. Этот бог был очень широко почитаем, и мы можем видеть это из тех многочисленных гимнов, которые содержатся в ведической литературе. В ведический период Индра считался самым важным, самым могущественным богом. Это бог, которого больше всего любили боги, любили люди. И это также был бог, который защищал людей Индии. И, как вы знаете, рядом с Индией находится персы, Иран. Персы, иранцы, где была древняя религия зороастрийцев, которые поклонялись огню. И у зороастрийцев Индра был негативным богом, злым богом, богом темноты. В буддизме Индра считается верховным богом, который проживает, пребывает в дворце всех богов. И в сутрах также говорится, что он правитель всех богов, правитель 33 богов, который живет в божественном дворце, который на санскрите называется Виджая. Если мы взглянем на все восхваления в Ригведе, то из восхвалений бога Индры мы можем понять, как он почитался в то время. И несмотря на это, нам сложно понять, а каковы истоки происхождения этого бога Индры. Одни говорят, что он был изначально богом неба, что был богом рассвета. Но мы не можем со всей ясностью определить, с каким природным аспектом ассоциировался бог Индра из этих гимнов в Ведах. У него есть качество богов небес, а также качество богов между небом и землей и качество богов на земле. Поэтому нам также трудно определить, к какому из трех классов богов он принадлежит. Говорится, что на земле очень много различных бурь, ураганов, и именно Индра связан с ветром, дождем. И именно с этими природными силами дождя и ветра, урагана, ветра, бури, связан Индра. И также среди всех ариев Индра почитался лишь теми ариями, кто пришел в Индию, индоариями. Он особый индийский бог, либо бог, который возник после того, как арии пришли в Индию. То есть после того, как арии пришли в Индию и поселились в районе Панджаби, Индра обрел для них значение. Почему? Ранее главным был бог Солнца. До того, как арии пришли в Индию, бог Солнца был самым важным. Однако, когда они пришли в Индию, то в Индии солнце такое сильное, такое жаркое, это то, что причиняет нам столько неприятностей. Поэтому зачем почитать солнце важнее, чем солнце?
это бог, бог, который могут принести дождь, который могут принести облака. И поэтому Индра стал более важным. То есть это связано с тем, что климатические условия в Индии отличались от тех мест, где ари жили изначально. Поэтому, когда они переселились в Индию, то место бога, бога солнца важнее для них стал бог дождя. Итак, Индра постепенно обрел наивысший статус среди всех богов, но он не был древним богом. Один из богов, которые появились позже. Это тот бог, которому ари начали поклоняться, когда они пришли в Индию. В любом случае, Индра считался чрезвычайно могущественным, самым сильным из всех. И говорится, что Индра очень любил пить сому. Сому — это такой алкогольный напиток индийских богов. Говорится, что Индра мог выпить много сомы, много этого алкоголя. И чем больше он пил, тем сильнее он становился. И когда он напивался, он мог всех разрушить. И говорится, что изначально он не был таким уж благочестивым богом. Он любил выпить выпить и подебоширить. То есть это не был уж такой благочестивый бог, но он был очень могущественный. У него было такое оружие, как молнии и прочее, то есть также стрелы, крюки, то есть он был очень хорошо вооружен, и также он разъезжал в золотой колеснице, его окружали боги Маруты. И он боролся с правителем демонов по имени Вритра. И также Индра побеждал всех варваров, которые вторгались в Индию. Когда я смотрю на эту историю, то я вспоминаю об историях борьбы между богами и полубогами, асурами. И, похоже, это напоминает мне об истории ариев, которые боролись с местными темнокожими жителями. И, похоже, именно из этой истории, этого исторического контекста берет свое начало конфликт между богами, полубогами, асурами. Сейчас мы говорим о том, что боги живут на горе Меру, на вершине горы Меру, а полубоги живут на ее склонах, и они воюют между собой. И, возможно, этот аспект происходит из индийской истории. Итак, Индра постепенно становился все более важным и, в конце концов, стал правителем богов. Итак, Индра был богом бурь и богом-защитником, также богом войны, то, что мы называем джала на тибетском. Индра становился все более важным и вошел в пантеон трех главнейших богов.
Нет, три бога — это Вишну, Шива и Брахма, то есть он не принадлежал к трем основным богам, но он стал очень могущественным, тем не менее. Итак, давайте продолжим, поскольку столько много разных богов. Итак, следующий бог. Пространство между небом и землей — это Ваю, либо бог, бог ветра. Это тот, кто летает на ветре. И похоже, что Ваю был помощником Индры. Он всегда был с Индрой. Когда Индра ездил на своей золотой колеснице, Ваю всегда сопровождал его. Его главной работой было излечивать болезни людей и даровать им долголетие. Следующий — это бог Рудра. Рудра — это бог бурь, ураганов. У нас очень сильный ветер и дождь. Это связано с Рудрой в ведической литературе. И в Ведах почти нет никаких восхвалений этого бога, но со временем он стал более важным. И постепенно он стал тем, кто стал называться Махешварой, либо великим Ишварой, великим богом. Много богов мы называем могущественными богами, но Махешвара почитается как очень важный среди них. Это тот бог, который мог насылать болезни и кто мог исцелить от болезней. Это был тот бог, кто мог насылать болезни и исцелять от болезней. Также это тот бог, который мог насылать бури, ураганы и устранять их. И он имел такой устрашающий вид, имел такую сильную устрашающую силу. И поэтому также его звали Махабайрава, либо Великий Устрашающий. То есть такой очень устрашающий бог, но у него также был и аспект сострадания, поскольку он мог излечивать от болезней. То есть он причинял сложности людям и в то же время помогал им. Итак, говорится, что он в конце концов стал великим богом Махешвары. Сначала не было такого бога Махешвары. Итак, это боги небес, небесные боги, и следующие — это боги земли. Мне кажется, что наше время уже истекло. Как бы там ни было. Я хотел бы вам рассказать о первом из богов, боги огня, второй бог Сома,
и третий бог Притви. Это три бога земли. Но, наверное, лучше, если мы более подробно поговорим о них завтра. Иначе было бы слишком, будет слишком много на сегодня, слишком много божеств. Это больше, чем вы можете запомнить. Так это самое главное, что я хотел о четырех богах небес, четырех богах, о богах между небом и землей, и завтра я скажу вам о богах земли. После того, как я расскажу о всех богах, я объясню, кто такой Яма, бог смерти. И после того, как я расскажу о всех богах, я начну рассказывать о позднем ведическом периоде. И столько всего, что необходимо рассказать о ведах. Я хотел закончить говорить о ведическом периоде на протяжении двух дней, но мне кажется, что мне потребуется три дня, но после этого я буду говорить лишь о буддийском периоде. Возможно, вы задаетесь вопросом, вот сейчас сказал, что будет говорить о тайной мантре, а теперь он рассказывает только о богах, но совсем не упоминает тайную мантру. Он не сказал ни слова об этом. То есть я говорю, что я буду говорить об этом через три дня. Я рассказываю об этом, чтобы подвести вас к обсуждению тайной мантры. И когда мы получим только знание основы, и тогда мы сможем говорить о тайной мантре. Я хочу, чтобы вы понимали эту основу из истории Вед перед этим. И на этом все на сегодня. Давайте посвящим заслугу. Благодаря той бесконечной заслуге, что я накопил благодаря слушанию буддийских учений, пусть все великие существа, держатели этих учений, живут долго, будут наделены славой и процветанием. Литву одолголетие всешества Кармапы. Кармапа — воплощение сострадания всех Будд. Кармапа — единство активности всех Будд. Кармапа — воплощенный регент всех, наместник всех Будд. Мурген Джудо Джунлей, пусть жизнь твоя будет долгой. Кармапа — воплощение сострадания всех Будд. Кармапа — единство активности всех Будд. Кармапа — воплощенный наместник всех Будд. Мурген Джудо Джунлей, пусть жизнь твоя будет долгой. Кармапа — воплощение сострадания всех Будд. Кармапа — единство активности всех Будд. Кармапа — воплощенный наместник всех Будд. Варген Джудо Джунлей, пусть жизнь твоя будет долгой. И на этом все. Услышимся завтра.